В этом видео я отвечаю на ваши вопросы. Еще один очень полезный сайт. Иностранец, иммигрант сразу бросится паковать чемодан, соберется и уедет к себе на родину. А этот сайт именно для граждан Беларуси. Оказывается, я могу быстро менять свое мнение. Все самое лучшее, что есть в Литве. Всем привет! Меня зовут Татьяна. На этом канале я снимаю влоги о своей жизни в Литве. Также я стараюсь дать какую-то полезную информацию. Надеюсь, это видео вам понравится. Дорогие зрители моего канала, в этом видео я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях к моим видео. Спасибо, что спрашиваете. Итак, первый вопрос. А белорусский язык ты также хорошо знаешь? Ну, наверное, как русский. Или белорусский в Беларуси презирала? Могу сказать, что когда я училась в школе, я лучше всех в классе писала диктанты по русскому языку. И многие ученики у меня даже списывали диктанты. Но я была патриотом и решила, что несмотря на это, я все-таки должна поступать в университет на факультет белорусской филологии и культуры. И что вы думаете, за год я натренировалась, поднялась и стала лучше всех в группе писать диктанты по белорусскому языку. Так что у меня есть диплом учителя белорусского языка и литературы, мировой и отечественной культуры. В средней школе я работала 2 года. Почему я уволилась? Работа мне очень нравилась, интересная творческая работа, и зарплата тогда была тоже не очень плохая. Но дети меня не слушались. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что я невысокого роста, поэтому многие школьники, особенно те, которые учились в 10-11 классе, они не воспринимали меня всерьез, и когда в первый раз меня увидели, то думали, что, возможно, я тоже ученица. В общем, мне пришлось уйти из школы, потом я работала секретарем недолго, после этого много лет я работала специалистом по кадрам. И так как в Беларуси зарплаты небольшие, я решила, что мне нужна подработка и получила дополнительное образование преподавателя РКИ, русского языка как иностранного. Я начала по скайпу преподавать уроки русского языка иностранцам по вечерам. И в итоге это стало моей профессией. Да, сейчас я живу в Литве и могу работать, несмотря на то, что я не знаю литовский язык и не очень хорошо знаю английский. Я могу работать из дома, через интернет, преподавать русский язык. Мне кажется, что это очень даже хорошо. Второй вопрос. Здравствуйте, я бы хотела посетить Беларусь. Что у вас сейчас на границе происходит? Скажите, если знаете. Спасибо. Если вы не гражданка Беларуси, но у вас есть постоянный или временный вид на жительство, то вас пропустят по земле, на автобусе или на машине. Плюс вам не нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Для остальных иностранцев въезд наземным путем временно приостановлен, но на самолете никаких ограничений нет. Плюс, скорее всего, вам не нужна виза. Но вам нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 3 дня до пересечения границы. И также вам, скорее всего, придется сидеть на самоизоляции 7 дней. Но если вы вакцинированы, то самоизоляция не нужна. Более подробную и актуальную информацию читайте на белорусском сайте gpk.gov.by. Также в описании к этому видео я оставлю для вас ссылку на статью, на сайт, где вы можете найти информацию, как посетить Беларусь без визы. Если у вас есть ко мне еще вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях к моим видео, потому что, как я вам и говорила, я стараюсь сделать свой контент не только развлекательным, но и полезным. Все комментарии я читаю и стараюсь на них отвечать. Еще один очень полезный сайт – Go Vilnius LT. Здесь очень много полезных советов по переезду. Смотрите, информация по визам, поиск жилья, образование, здравоохранение, транспорт. Кстати, насчет вождения. Когда я переехала в Литву, в Вильнюс, я узнала, что нужно подтверждать свое водительское удостоверение и пересдавать теорию и практику. И я очень расстроилась, потому что думала, что
нужно сдавать теорию только на литовском языке, но оказывается, есть три языка, на которых можно сдавать теорию: русский, английский и литовский, и это очень хорошо. Также здесь есть информация о курсах литовского языка, онлайн-классы, информация для тех, кто ищет работу, и даже вот информация о COVID-19 для прибывающих из Беларуси. А этот сайт именно для граждан Беларуси. И здесь есть целый файл. Вот вы видите. Очень много страниц для белорусов и очень много полезной информации. Итак, вот смотрите содержание. Прибытие, проживание, все про визу, временный вид на жительство, все сроки, куда обращаться, стоимость. И все очень подробно расписано. Очень хороший сайт, очень полезный файл. Если вы приехали из Беларуси, то советую вам почитать этот файл. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Думаю, что вам будет очень полезно, потому что реально очень много полезной информации. И еще покажу вам в Инстаграме очень интересный профиль Дарины, которая пишет о Вильнюсе. Она из Беларуси и будет работать гидом. Что сделала Дарина? Она организовала группу в Телеграм-канале, где очень много полезной информации. То есть можно спросить совет, дать тоже какую-то рекомендацию и узнать много всего полезного и интересного. А также Дарина составила вот такой бланк. Здесь список рекомендаций. Да, все самое лучшее, что есть в Литве. Все, что касается красоты, творчества, здоровья и так далее. Ссылку на этот файл я также оставлю для вас в комментариях к этому видео. Огромное спасибо Дарине. Дорогие зрители моего канала, которые советуют, где мне жить, и пишут злые комментарии к моим видео и видео других блогеров на YouTube. Неужели вы думаете, что, прочитав ваш злой и глупый комментарий, иностранец, эмигрант сразу бросится паковать чемодан, соберется и уедет к себе на родину? Ну, это же смешно. Давайте будем терпимее и добрее друг к другу. Вам же никто не запрещает жить в другой стране. В Евросоюзе, в России, в Азии, где хотите. Если я когда-нибудь и соберусь переехать назад в Беларусь, то это будет не потому, что вы мне это посоветовали, пожелали, а по каким-то другим объективным причинам. Серьезно. Продолжаю учиться готовить, но пока получаются только легкие блюда. В своем предыдущем видео я вам говорила, что эта шоколадка мне нравится больше, чем вот эта. Но в итоге я уже всю ее съела. Оказывается, я могу быстро менять свое мнение и какой-то непостоянный человек. А здесь было фисташковое мороженое, целых 2,5 килограмма. К сожалению, не могу вам его показать, потому что уже все съела. Очень вкусное. Оставлю для вас фотографию. Если увидите такое мороженое в магазине, обязательно покупайте. Дорогие зрители моего канала, если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо. Пока.